Мое любимое блюдо – фаршированная рыба, но готовить ее может не каждый. Это такое мастерство. У меня шикарно готовит мама, но ей 93 года, ей трудно сейчас, потому что это ювелирная работа. Вот. Брат мой старший готовил хорошо. Есть умельцы, которые делают это блюдо, но это высочайшее мастерство, поэтому я редко это ем. А потом фаршированная рыба – это все-таки диетический продукт. А мне, как человеку, который расположен в полноте, хочется диетической продукции. Вот, я думаю, что наступит время, когда можно будет в магазине купить фаршированную рыбу и насладиться ее вкусом.